привет! Сегодня 27 декабря 2019 года. И сегодня я прибыл в Дубай, в крупнейший из городов Арабских Эмиратов. По плану у нас отметить Новый год в Дубае, познакомиться с страной, посмотреть достопримечательности и как следует отдохнуть. Что, вы со мной? Привет! Что можно сказать, еда вполне достойная. Вот макароны, с каким-то мясом, там рис, и тофу с соусом, правда, сок манго. Все очень вкусно и не очень дорого. Цены. Вода супер чистая, теплая, светит солнце. Короче, в Дубае отдыхать круто, тем более на пляже одни русские. Чувствуешь себя как в Сочи. Сейчас мы идем на настоящий рынок арабский. Посмотрим, как это действительно происходит на Востоке. На первом этаже в основном золото, золотые украшения, ну и немножко одежды. Вот. Это золото здесь дешевле, чем в России, так что если надумаете купить золото, приезжайте в Эмираты, покупайте. Я думаю, не прогадаете. Я прошел рынок золота, теперь пришел на рынок, где продаются овощи и фрукты. Финики. Больше пока кроме фиников ничего не видно. Пойдем дальше, посмотрим. Да, здесь просто огромное разнообразие фруктов. Каштанов, да, личи. Вот какой-то непонятный фрукт, похож на шишку. Шишечки. Манго здесь такие вот зеленые. Здесь есть такие микромандарины, кстати, очень вкусные. Такие маленькие помидорчики, тоже прикольные. Это огромное что-то, не знаю, типа манго, вот не манго. Курма, арбузы, такие на кабачок похожи. Что еще есть? Маленькие ананасики. Вот и все, идем дальше. С овощами закончили. Идем на следующий рынок. Там продается рыба и мясо. Посмотрим, как там у нас было. Вот у нас креветки. Вот такой основной. 300. Дархам, да? Килограмм 30 дархам. Короче, смысл такой, покупаешь креветки или рыбу, потом отдаешь ее вот, да, в зону, ее обрабатывают, готовят для тебя. Пока готовят, клиенты сидят на диванчиках, отдыхают. И потом ты получаешь готовую рыбу, кушаешь, идешь ее на улице, ну, или где-то за столик. Стеклом идет переработка. Переработка креветок.
Так, мы решили покурить кальян. В Шарджи кальян не курят, поэтому мы приехали в Дубай. Пока вот такой забор отделяет Шарджу от Дубая. Так что мы приехали на такси границы Шардж-Дубай. Сейчас перейдем границу и пойдем в кальянную. Сразу видно, что в Дубае свободные нравы. Эротический массаж. Ну что, как кальян? Скажи. Почти устал. Прям чувствуется. Ладно. Едем на такси в гостиницу. Доехали до отеля. Короче, такси вышло в 20 дархан. Приемлемые цены. 320 рублей. Такси здесь все-таки хорошие. Камри. Идем продолжать банкет. Чтобы Шардж добраться до Дубая, проще всего взять автобус. Короче, здесь автобус на станции. Мы сейчас садимся до автобус, едем до ближайшей станции метро в Дубае. Дальше уже на метро. Так, сейчас посмотрим, сколько здесь стоят билеты. Билет на автобус стоит около 10 дархан на человека. Хочется взять карту, берется карта, кладется на деньги и ей уже пользуешься во всех номерах. Погнали. Так вот выглядит карта. На положение 50 дархан, потому что ездить тут стоит много. Сейчас вот садимся на шикарный автобус и отправляемся в Дубай. Автобусную станцию в Дубае. До ближайшей станции метро нужно пройтись, ну, метров 500. Так что идем. Вот так выглядит станция метро. Очень глубокая. Халифа. Вот это самое высокое здание в мире. Все, идем смотреть Дубай Молл. Ночные рынки здесь продают всякие шапотреб, фрукты, овощи. Очень популярная тема на Востоке, во всех странах. Китая, Таиланде, ну и в Арабских Эмиратах. Я нахожусь в обычном спальном районе Дубая, далеки от небоскребов, от всей суеты. Так живут обычные местные жители. Обычно небольшие дома. Спокойно, тихо. Вечером решили приехать из Шарджи в Аджман. Потому что в Шарджи ни кальян, ни алкоголь не продается. В Аджмане все есть. Вот. Тем более в Аджмане все. Ресторан находится на пляже. Так что будем горить кальян с прекрасным видом на море. И под шум морского КПБ. Пойдем? Наконец нашли хорошее место, вот сидим, курим кальян на берегу моря. Пиво у нас. Итак,
Итак, сегодня 31 декабря 2019 года. И мы находимся в Арабских Эмиратах, в Дубае, регион Шарджа. Утро начинается с того, что мы приехали на пляж, просто загорать. Как самый обычный день. Никакого головника, никаких салатов, никакой подготовки и суеты. Просто релакс. Море, солнце, красивые люди вокруг. Супер! Сейчас 4:30 вечера, пляж опустел. И мы отправляемся в отель готовить праздничный ужин. Так, отель нам приготовил вот такой праздничный торт. Так, разбираем. Настал долгожданный вечер, и мы идем на пикник, на новогодний пикник в Шарже, в Арабских Эмиратах. Предположительно, где-то здесь должен быть салют. Все, пока. Располагаемся вот там на газончике. И ждем салюта. Готовка новогоднего стола. Вот девушки готовят. Приехали на место сбора. Сейчас мы садимся на крузаки и едем в пустыню. Машина, едем на сафари. Квадроцикл 150, Тархан 20 минут. Можно просто погулять, можно кальян покурить, можно на верблюде покататься. Ну, думаю, пойдем прогуляемся, посмотрим Бархан. Пойдем посмотрим, что будет. Ужин хочет в Турцию. Отправляемся в Дубай. Билет стоит 15 дирхам, ехать где-то минут 35. Идем на корабле в Дубай. Очень удобный транспорт, кстати.
пробок. Чего? Молодец, собственно. Приехали в Дубай, прям посмотрим, что тут у нас есть рядом с набережной. Сейчас еду на обычном рейсовом автобусе вдоль побережья в Дубае. Вот, будем проезжать в порт Дубая, и мы направляемся к отелю Парус, самому лучшему отелю в мире. Отель в мире Бурдж Аль-Араб, звездочный отель, но внутрь территорию не пускают, поэтому только отсюда можно фотографировать. Рядом с отелем находится аквапарк. Купить арабские духи, масло или что-то еще, смело отправляйтесь в Day to Day. Здесь адекватные цены, большой выбор и хорошее обслуживание. Так что не прогадайте. Day to Day. Ищите их много в Эмиратах. Возвращаемся домой в Шарджу, собирать чемоданы и в аэропорт. Черное время, вечерняя молитва. Все мужчины сходятся к мечети. Молитва слышна на всю улицу. Все могли слышать. Мы решили зайти на распродажу в местный магазин. Нет никаких рамок, заходишь и сразу идешь на регистрацию. Все просто, очень удобно. Это небольшой, уютный аэропорт. Всем привет! Вот и подошла к концу наша поездка. Время подвести итоги и поделиться своим мнением о стране. Ну, первое. Когда собираетесь ехать в Эмираты, первое, что запаситесь алкоголем, потому что здесь алкоголь купить нереально. Второе, если хотите отдыхать с алкоголем и кальяном, едьте в Дубай, потому что в Шарже все запрещено. Придется ездить в соседние Эмираты. Едьте. По приезду возьмите обзорную экскурсию, потому что это намного дешевле, чем путешествовать самостоятельно. Намного удобнее. Вот. Советую посмотреть Дубай Молл, Бурдж Халиф и отель Парус. Вот куда именно я ездил. Да. Ну а мнение о стране. Страна молодая, развивающаяся. Правительство грамотно вкладывает ресурсы страны. И сейчас Эмираты живут только на 10% за счет нефти. Кстати, местные жители, арабы, получают процент от добычи нефти в Эмиратах. Остальные 90% это туризм и продажа недвижимости. Так что страна живет хорошо, нет нищих, нет безработных, все при деле, все заняты и все хорошо зарабатывают. Минимальная зарплата здесь от 2000 долларов. Это вполне хватает на хорошую жизнь в Эмиратах. Ну что, всем рекомендую приехать посмотреть, как из пустыни можно сделать рай на земле. Вот. Вообще советую больше путешествовать, больше смотреть, как живут люди в разных странах, и делать выводы, чтобы никто не мог вам сказать, что в России рай на земле, и мы живем лучше всех на свете. Все, до новых встреч!